Закончили монтаж автоприема, подключение электрической части, полностью монтаж металлической конструкции. Вот. И сейчас, на данный момент, мы сможем принимать уже с двух автоприемов. Одного существующего с прошлого года и второго сейчас, который мы смонтировали. Также подвязали к автоприему нижний транспортер, который уже совершает выгрузку с завальной ямы автоприема и переносит через вторую норию уже на емкости нашего элеватора.